это не спектакль, но и не настоящая жизнь. К счастью, пожар в Алтайском государственном музыкальном театре условный. Здесь проходит пожарно-тактические учения МЧС. Объект для тренировки выбран не случайно. Здание огромное, планировка сложная, большая пожарная загрузка, декорации, костюмы. Да и одновременно находиться в зале могут 650 человек. По сценарию, из-за короткого замыкания электропроводки в театре происходит возгорание в оркестровой яме. Работники данного объекта, это любого объекта, где мы проводим совместные либо занятия, либо учения, как сегодня, вот масштабные учения, они повышают свою квалификацию, так же, как и наши сотрудники, и также и работники данного объекта. Пожарная охрана, Комсомольский 108, объект 5771, возгорание в оркестровой яме. Зрителей нужно найти, вывести на свежий воздух, при необходимости передать медикам и, конечно, ликвидировать само возгорание. С поставленными задачами справились, общая оценка – хорошо. Подобное учение МЧС проводит регулярно. После тренировки спасатели устраивают разбор полетов, обсуждают сложные моменты, оценивают свою работу. Все как в театре. Сотни репетиций ради одного выхода на сцену. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.